Само существование системы рождает уничтожение человека, рождает войны. Поэтому все горе, которое вы наблюдаете вокруг, в войнах, это денежная система рождает. Благодаря деньгам все это происходит. И вы в них участвуете. Поэтому, чтобы говорить о благе, надо рассматривать ситуацию, вообще выйти из этой системы, чтобы она не существовала на Земле. Вот это уже главный вопрос. Но пока сделать это крайне сложно. Потому что вы выстроены так в своей жизни, когда, можно сказать, в самом жизненно необходимом, вы не способны ориентироваться, вы это своими руками сделать не можете. Значит, вам надо это покупать. А как покупать? Значит, надо заработать, чтобы были деньги. А как заработать? А вот, значит, надо участвовать в вот такой системе, из которой вы не вырветесь. И она очень жестко, крепко вас держит. Поэтому задача сейчас, она ставится, ну, просто колоссальной сложности суметь выйти из-под влияния этой системы. Потому что если вы продолжаете в ней находиться, вы должны будете получить электронные жучки в свою руку. Вы обязательно получите их. Это можно сказать, дьявол будет глупцом, если не воспользуется этой ситуацией. Но он не глупец, он этим воспользуется. Поэтому вы попадете в жесткие условия, где, не выходя из этой системы, вы будете вынуждены попасть под этот электронный контроль. Обязательно. Потому что для существования такого общества электронный контроль – самое оптимальное условие контролировать происходящие процессы в обществе. Когда можно исключить действительно преступные явления, многие отклонения, с которыми вы боретесь, благодаря этому электронному контролю. Это уникальная возможность взять под контроль все и регулировать процессы в обществе. В определенной системе, в определенном направлении. Но там есть большой недостаток. Очень опасно для всех. Очень. Но вы к этому движетесь. Все ближе и ближе. А усилий к тому, чтобы выйти из-под системы, почти нет. Я хочу, чтобы там где-то есть было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь. Мы теряем друг друга так часто, но воля небес нас выводит друг к другу навстречу и выведет впредь. И я снова увижу тебя за упавшей звездой, как снег на руках превращается в свет. И что-то больше всех нас, что-то больше, чем радость и боль. Холодная ночь превратилась в рассвет. Превращается в совет. И что-то больше всех раз, что-то больше, чем радость и боль. Холодная ночь превратилась в рассвет.